половине девятого утра на автодороге Пересвет — Сватково произошла авария. «Опель» лоб в лоб столкнулся с грузовой «Газелью». За рулем легкового автомобиля была женщина. По неизвестным причинам она выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате ДТП женщина госпитализирована в районную больницу. По данному факту проводится проверка по установлению истинных причин случившегося дорожно-транспортного происшествия. На дорогах Сергиево-Посадского района местами образовалась гололедица, сужение транспортных полос, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. И как один из сопутствующих факторов дорожно-транспортного происшествия, может быть, можно принести и наличие яркого солнца, которая ослепляет водителей, и, к сожалению, в некоторых случаях они могут не заметить препятствий на дороге.